Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья. И сегодня мы готовим салат из соевой спаржи. Очень простой, легкий и вкусный салатик из овощей. Соевая спаржа у нас. Мы ее предварительно замочили где-то на 6-8 часов. Ну, в общем, оставляли на ночь. Следующий нам понадобится болгарский сладкий перец, одна морковь, один стебель сельдерея, два зубчика чеснока, немного свежей кинзы, молотый кориандр, яблочный уксус, перец молотый, соль, соевый соус, растительное масло. Для начала в приготовлении нашего салата нам надо нарезать овощи. Берем стебель сельдерея, я его почистила, вот так вот сверху сняла, буквально, ну, вот такой вот штучкой, легенькую такую шкурку, верхний слой. Я его почистила и теперь буду нарезать вот такими полосочками. Ну, вот так вот. Сельдерей я почистила, порезала. Он такой сочный-сочный после того, как снимаю с него верхнюю шкурку. Теперь приступаем нарезать болгарский перец. Снова почистим. Нарезаем перчик. Так, все наискосок, чтобы получалась соломка. Теперь морковь вот этой штучкой натираем. Вот такие полосочки у нас получились от моркови. Теперь мы помещаем ее тоже к остальным овощам и немного подсолим, чтобы овощи пустили сок и были мягенькими. Теперь нам нужно миленько-миленько нарезать чеснок. Я зубчик вот так придавлю немножко и миленько его нарежу. Это мы готовим заправку для нашего салата. Сейчас мы сюда добавляем пол чайной ложечки кориандра молотого. Пол чайной ложечки. Так, отлично. И 2 чайные ложки растительного масла, самого обычного. И все перемешиваем? Да, все перемешиваем. О, вкусно получается. Да, нам нужно, чтобы масло со специями, с кориандром и чесноком погрелось. Я поставила в микроволновку где-то секунд на 20. Прям масло аж закипело. Я теперь его отставляю, чтобы оно остыло. И нужно нам нарезать спаржу. Нарезаем вот такими полосочками. Тоже наискосок. Теперь отправляем наше ароматное масло. Заправляем это овощами. После того, как заправили овощи ароматным маслом, теперь мы добавляем 2 столовые ложки яблочного уксуса. Можно вместо яблочного использовать рисовый уксус. Да, вкусненько будет. Поливаем все. Теперь 2 столовые ложки соевого соуса. Вкусно очень получится. Ставьте за это лайки. А как ароматно уже. Пахнет вообще. А, супер. Морковка. Теперь немного добавляем черного молотого перца, но это по вкусу, на желание. Совсем чуть-чуть. Достаточно. И также добавляем по вкусу соль. И все хорошо перемешиваем. И в конце добавляем свежий миленько-миленько нарезано. Какой красивый салат получился. Ароматненький, заслуживает 1000 лайков. Салатик получился, правда, очень красочный, ароматный. Жалко, что нельзя через камеру передать этот аромат. Очень ароматный, такой легенький, свежий. Просто замечательный. Всем советуем этот рецепт. Кто любит овощи, ставьте лайки. Готовьте вместе с нами, делитесь своими рецептами. Всем приятного-приятного аппетита. Всем пока! Пока-пока!